Привет, друзья! Вы смотрите канал «Просто детки», и мы с вами продолжаем летсплей «Охотники за привидениями». Мы с вами уже записали два видео, прошли две миссии, и сегодня мы будем проходить третью миссию. Я как бы ее еще не видел, поэтому будем проходить ее вместе. Так, смотрим. Получается, на кладбище у нас была миссия вот Early Morning. И теперь, а то я сразу не понял, потому что миссия опять у нас указывается, что нужно на кладбище проходить. А сейчас у нас вот вторая миссия на кладбище, какая-то A Grave Development. То есть посмотрим, что нам тут готовят. Так, интересно. Как здесь распределяются? То есть все-таки мы можем управлять только одним персонажем, просто можем их менять. Но мы решили уже играть вот этим. Rename, получается, мы можем поменять имя. Так. Как же у нас? И как нам его менять? Ага, вот. Напишем. Так. Ну, не хватит нам клавиш полностью прописать наше имя. Ну, напишем зато хотя бы сокращенно. Вот так вот. Я думаю, всем понятно. То есть мы теперь не плеер один, а просто. Не просто детки, а просто. Итак, все, мы готовы. Начинаем игру. Итак, мы уже на кладбище. Давайте сразу включим наш сканер. Они там что-то интересное рассказывают, но я их интерес не разделяю, потому что я ничего не понимаю. Мне гораздо интереснее пройти эту миссию, посмотреть, какие здесь новые призраки, может быть. Потому что в прошлом нам попался вот такой толстяк, потом лизун попался. Даже несколько. Жалко, что тут нету карты, то есть тут ориентир только на свое чутье. Ну и подсказка, вот эта стрелочка вы только что видели, то есть основная линия. Так, вот, мы уже начали зарабатывать опыт. Помним, что в прошлой игре нам не хватило совсем чуть-чуть. Ага, пока есть монстры, которые нам знакомые. Так. О, как дробовика хорошо поливает. Наша подружка, не помню, как ее зовут. Подружка, потеши меня за ушко. Так, только желательно не вот этим своим дробовиком. А то можно ушко и отстрелить вместе с головой. Невзначай. Так, ну что, нету никаких иероглифов. А, вот, только сказал. Сразу скажу по-честному, я эту миссию еще не играл, то есть сейчас я прохожу ее впервые. Так, поэтому что здесь будет, как долго она будет длиться, я не знаю. О, вот эти вот дядьки, смотрим, их даже два. Ой, у меня перегрелось оружие, надо срочно отходить. Ну. Так, одного убили, вот видим нашу подружку тоже немного прибили, но ее наш товарищ воскресил, ну, полечил, скажем так, она не умерла, просто критическое ранение получила. Потому что если бы она умерла, то ее бы уже никто не воскресил. Так, вот на тропе не забываем их всех разбивать. Для того, чтобы получать дополнительный опыт. Смотрим, наш персонаж уже двигается так быстрее, мы ему улучшили скорость в прошлый раз. Так, ну что?
Ага, вот. Еще немного опыта. Когда же начнется самое интересное? Ага, вот сколько голов. И сразу почему-то в меня влетели. Я хотел кинуть бомбу. Вот, отлично, я бомбой почти все их прибил. Так, аптечка. Мне она не помешает. Потому что 43% жизни всего. Так. Где же туда проход? Какие статуи страшные вокруг везде. Здесь, наверное, когда-то оживут. Ой, опять это горгулья. Все-таки когда-то эти горгульи нас, наверное, подстерегут, потому что они так сидят. Непонятно. С такими красными глазами. Ну а что здесь? Ага. Опять нас головы окружают. Так, отстреливаем их. Нужно быстренько перезарядить оружие. О, смотрим, сколько нас опытом наградили обильно. Отлично. Ради столько количества опыта можно немного подстреливать головы. Так, что у нас тут? Почти ничего интересного. Включаем наш сканер. И опять ничего. Что ж ты сделаешь? Надеюсь, эта миссия не будет повторением предыдущей. Иначе это будет неинтересно. Должно же быть что-то новенькое здесь. Так, пора бы нам кинуть гранату. Наверное, я поздно это сделал. Ага, вот дымка, знаете, здесь должно быть что-то спрятано. Аптечка. В принципе, мы были почти целые, но ничего страшного. Аптечка никогда не повредит. Так. Охлаждаем оружие. Ну что, попробовать кинуть гранату. Все равно промахнусь. Так, ну что вы в самый центр поперлись, друзья? Так, у меня перегрелось оружие, он рюкзак аж весь искрится. Смотрим. Сканер пока молчит. Не к добру это, уже сколько времени прошло, а пока не было никаких таких сильных боссов. Ага, вот видим дополнительная какая-то локация. Наверное, там будут опять какие-то секреты. Какой красивый он этот фонтан. Ага, ого. Опять этот дядька. Ну давайте его словим. Давайте ловите его. Ну что ж вы. А чё остальные его не ловят? Давайте, 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 давайте. Опа, разок стукнули его. Да, он, я уже вижу. Это секретный контейнер этот. За который дают много опыта. И вот когда вы видели, мы заходили в эту миссию, то там писалось, что в той первой миссии мы собрали все вот эти контейнеры секретные. Ах, не успел. Что ж такое, только 3 бонуса. Вроде бы так все нормально начиналось. И знаете, у меня еще после прошлой серии не отошел палец. Когда без конца приходилось нажимать на кнопку много-много раз. Так, обсматриваем все вокруг. Так, мне надо оружие поменять. Так, ну пора теперь взять контейнер. Собираем наш опыт. Смотрим, что у нас почти жизни такие на мизере.
Надо искать аптечку. Так, сканируем. Какая-то большая такая комната, ее всю отсканировать практически нереально. А, ну вот, наверное, опять какой-то. Ничего себе, сколько голов. Так, ну что, все гранаты, надеюсь, есть. Давайте сразу. О, отлично, смотрите, мы их гранаты буквально сразу так раскидали половину. Все кинули по гранате, и головы эти оказались не готовы. Тем более, они какие-то такие нейтральные. Просто летают, не нападают. Ага, опять лезу. И сзади эти... Так, 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 так. Так, смотрим, вот нашего товарища убили, надо срочно его полечить. Вот здоровяк пошел его лечить, потому что у остальных, скажем так, нету для этого возможностей. Давайте уже лизуна, ай-яй-яй. Ну что? Ай, перегрелось у нас оружие. Что ж ты сделаешь? Так, ну пока остальные разбираются с головами, я буду лупить лизуна. Так, еще разок стукнуть по голове, чтобы он успокоился. Ну, вот, отлично. Так, ну что, пробуем теперь опять сделать X5. Бедный мой пальчик. Ой. Эх, все равно X3. Ну что ж такое, в прошлый раз получалось все время X5. Почти. А теперь X3. Ну ничего, хватит и столько. Сильно жадными тоже быть нельзя. Так, давайте посмотрим сканером вокруг. Мы ведь не успели завершить, нам помешали головы. Отлично, вон впереди аптечка. Потому что у меня осталось уже всего 29% жизни. Без аптечки мне было бы худо. Отлично. Так, куда у нас там показывают путь? Ага, сюда. Так, нам показывают, что нужно Е включать. Ну, этот наш сканер, но он же у нас включен. Дело в том, что какие-то иероглифы, после них обычно выскакивают крутые перцы и начинают. Так, ну аптечка у нас уже была. Ну. Где же вы? Так. Ну что, аптечку мы не берем, все равно она у нас пропадет. Пускай лежит, вдруг придется возвратиться. О, вот, все иероглифы открыли и появились головы. Сейчас нам подается и аптечка, наверное. Вот, смотрите, сколько много голов. То есть вот некоторые друзья уже покоцаны на 13%. Все, отлично. Охлаждаем оружие, собираем опыт. Но все равно аптечка пропадет, поэтому можно ее взять. Хоть даже и чуть-чуть там она нам поможет, но ничего страшного. Так, смотрим, куда нас направляет указатель. Какой-то колодец интересный, тут такие цветы растут вообще обалденные по красоте. Со светлячками там или чем, или то просто цветы так светятся, непонятно. Ага, вот, получается, нам нужно туда идти, а там оградка. Интересно, она откроется? Смотрим, ограда не открывается. Ага, вот начинается интересно. Мы еще таких не встречали, закрытых. Ага, вот, наверное, надо этих привидений убить. И там тоже засада. Да что ж такое? Ай-яй-яй. Вот, наверное, мы их всех убьем. Ну, смотрите, что они творят.
Когда их убьем, тогда двери откроются. Отлично, одного мы прибили. Охлаждаем оружие и этого толстяка прибиваем. Он здоровый, у него жизни много. Все, увидим, да, вот и открылись ворота у нас. Так, а может тут где-то еще есть какие-то подтайные комнаты? Нет, ничего такого нету, к сожалению. Поэтому идем дальше по нашему указателю. Вот эти все скрытые места, как бы, кто, если вдруг смотрит эту запись и сам будет играть, то можно даже не сканировать там нигде, а просто глянуть, где эти все скрытые комнаты. Вот. И чтобы потом их не искать, чтобы постоянно сканер не включать. Потому что со сканером медленнее, он ходит намного. Так. Ну что? О, как раз хорошо. Смотрите, я его оглушил четко в него. Но правда, он пока был оглушен, и нас он тоже оглушили. Ну, охлаждайся быстрее, оружие. О, отлично, все. Можно этого здоровяка немного успокоить. Не упустите его, а то он улететь может. Ну, давайте, 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 давайте. Ну, что ж такое, опять перегрелось оружие. Ну, люди, что ж вы делаете? Чего вы без меня не стреляете? Для вас тоже он перегрелось. Все, последний раз остался. Как-то мне толстяк надоел уже. Ну, все, отлично. Ну, получится у нас X5 или не получится? Не, я вижу, что не получается уже. Не, X3. Как ни стараемся, все равно X3. Что ж такое? Надо менять пальцы, не только компьютер, но и пальцы. Так, проходимся сканером. О, вот еще тоже опыт. Отлично. Так, и забираем в секретный контейнер вот этот. Тоже еще опыт получаем. Смотрим, что у нас все таки покоцаны очень сильно. Поэтому нам нужно быстренько находить аптечку. Иначе будет беда. Так. Не забываем сканировать местность. Ага, вот будет указатель. Опять сейчас, наверное, будет толпа этих голов там или какие-то привидения. Потому что, видите, они все показывают в одну точку. Сейчас глянем, что тут по бокам. О, вот и аптечка. На удивление, я не знал, что она там, но просто ее искал. Искал что-нибудь интересное, а получилось то, что как раз нам нужно было. Ага, вот. Видите, 4 указателя. Центр. Ай-яй-яй, бомбу не туда кинул. Как-то в этой миссии привидения уже начали более массово так вот появляться. То есть, видите, головы помогают. Ну давайте, давайте, друзья. Ай, головы мешают. Вы видите, головы мешают его словить. Без конца появляются и появляются. Ну вот, вроде наконец-то исчезли. О, ну сейчас мы его в 4 ствола быстренько словим. И последний раз. Ну давайте помогайте. Slam that spook. Все отлично. In you go. All right. Nice. Все равно X3 можно даже не пытаться сделать больше, только палец встает. X3 делать можно даже без особого усилия спокойно. А X5 уже не получается. Это какой-то заговор, наверное, против нас.
Так, куда нам показывают? Ага, нам показывают стрелка туда. Ого, смотрите, сколько опыта. Наверное, что-то здесь будет. Так, вот, меняется уже. Давайте кинем туда гранатку, раз сами не идем. Ох. Потом вернемся, просканируем. Или можно сразу просканировать. Ага, вот еще. Да, еще несколько мы пропустили. Но ничего страшного. Так. Ну, еще раз гранату туда кинем. Отлично, оглушили их. Охлаждаем оружие. И сканируем дальше. Что нам показывает сканер? Что пока мест тут ничего интересного нету. Ага, вон аптечка. У нас есть раненые, поэтому она нам пригодится. Отлично, так. Стрелочка нам показывает сюда вверх. Спускаемся по ступенькам. Он... А, это из могилы, она не вылазит. И вот тоже. Что-то их много начало ползти. Давайте кинем им гранатку, чтобы не расслаблялись. Так, слишком часто не стреляем, чтобы оружие не перегревалось. Тем не менее, все равно его нужно охлаждать. А вот и Лизун опять нарисовался. Ну что ж такое, и опять эти зомби вылазят. Если в прошлый раз он просто сам попадался нам, то сейчас уже именно с прикрытием. То есть это, наверное, вот видите, уже нашего помощника завалили. То есть, получается, с каждой миссией просто вот на кладбище, то просто сложнее стало. Ну, о, отлично, Лизуна мы... Оглушили. Ну, осталось чуть-чуть совсем его. Вот, отлично. Только нам нужно охладить оружие. Иначе не сможем его завалить. Ну, как-то медленно оно вообще. Ну, давай-давай. Отлично. И в отличие от здоровяка, нужно всего два раза стукать, прежде чем словить. Но тем не менее, его сложнее довести до этого состояния, чтобы можно было стукнуть. Так, и все, и ловим, давайте, пока он оглушен. Да, все, X3, больше у нас не получается. Так, что, берем свой бонус. Но нам нужно еще ж обойти вот эти все закоулки. Может, что-то интересное здесь будет. Не, ничего тут интересного не было. Сейчас глянем с другой стороны. Не может быть такого, чтобы на всю вот эту площадь не было никаких скрытых вкусняшек. Нет, так и есть все-таки. Первый раз нас оставили без вкусного. Опять мы покоцаны, хорошо. Нужна срочно нам аптечка. Итак. Какая-то тишина такая нехорошая. Сейчас, наверное, начнется. Ага, вот, скрытый. А вот и одна аптечка. Хорошо, что мы... нашли ее перед тем, как на нас опять напали. Как бы игра все-таки продумана, то есть заранее перед боем восстанавливают жизнь нашим героям. Так, мы нашли только два секретных контейнера. О, чекпоинт, отлично. Если что, начнем уже отсюда. Ага, вот. Сейчас будут на нас нападать, потому что когда вот эти фиолетовые иероглифы, это значит какая-то активность очень большая.
Смотрим. Наверное, сейчас опять на нас головы нападут или кто-то. Так, основная линия туда идет. Значит, нам нужно проверить эту сторону. Может быть, так будет. Еще один секрет на этот контейнер. Эти головы умирают с одного выстрела, поэтому надо стараться стрелять одиночными. Так. А вот ворота, они должны, по идее, открыться. Да, вот, видите. Если мы пошли по основной линии, то мы вот это все не увидели. Ой, как классно, смотрите, целый вообще клондайк опыта. Просто огромное количество. Но, к сожалению, тут нету вот этого контейнера. Поэтому он еще, значит, предстоит. Не, больше тут ничего интересного, все, идем дальше. В прошлый раз наш герой за миссию заработал 110 тысяч опыта. Посмотрим, сколько этот раз. Уже вот мы больше половины заработали. А вот впереди, наверное, надо кинуть гранатку туда им, чтобы они не расслаблялись. Мы видим, что их оглушило там. Так, наш сканер незаменимый. Вот, немножко опыта. Так. Ну что здесь у нас? Так. Ага. Отлично, как раз мы увидели, что есть там аптечка. Если нас даже сильно покоцают, мы сможем подлечиться. Так, охлаждаем оружие. А ну, надо его оглушить. О, отлично, прям под них. Все, супер. Ну, ловим, ловим, ловим. Ой, смотрите, какие-то эти. Опять головы сейчас нам начнут мешать. Мы втроем, вдвоем пока ловим этого. Дядьку, то там может кто-то все-таки займется головами. Так, второй раз. Еще раз его стукнуть. И он наш. Тепленький. Ну, давайте, давайте, давайте. Не, опять не успели. X5. Так, собираем. Опыт. Ого. Так. Сюжетная линия идет так под изгибом. И опять она идет мимо вот этого вот закоулка. Так что нужно по-любому сюда подняться, значит тут что-то интересное есть. Ну, опыт уже вот есть, но тут локация какая-то большая. И вот еще одна аптечка. И смотрим. Наверное, мы ее возьмем, потому что там у нас еще одна была. А так как тут фиолетовые иероглифы появились, то значит там что-то будет нас серьезное ждать. Какой-то босс, наверное. А, ну толстяк с этими, наверное, головами. И вот сзади, смотрите, тоже с могил поставали все. Я же говорю, этот уровень уже сложнее намного. Ай! У меня перезарядка, точнее охлаждение. Спасайте, помогайте. Так. А толстяк уже почти, почти готовенький. Давайте быстренько его оприходуем, пойдем дальше. Ну, давай, давай. О, смотрите, он хочет убежать. Не дадим ему это сделать. Так, второй раз. И теперь третий раз остался. Он закружился уже. Сейчас у нас голова закружится. И все. Так. Получается, берем контейнер с толстяком. Сканируем местность. Вот еще нашли мы один.
источник опыта. Так, еще раз просканируем. Возьмем секретную эту вещь, уже третья. Получается, нам осталось найти только одну. Все, и можно идти дальше. Тут мы уже все сканировали, поэтому быстренько без сканера бежим к основной линии сюжета. Как раз там нас, по идее, аптечка должна ждать, если не ошибаюсь. Да, вот она. Отлично. Пройдемся немного сканером по углам. Может, где-то что-то спрятано. Потому что здесь на нас напали, поэтому я не успел просканировать. Так. Ничего интересного тут нет, к сожалению. Ай! Вот это меня лупанули. Ай, опять меня, да что ж такое? Я ж иду впереди, а меня никто не защищает. Так, наша линия поворачивает в сторону. А мы, как всегда, на зло ей пойдем прямо. А уже потом вернемся, потому что... Так, так, так. Вон там толстяк нас ждет. Надо кинуть в него гранатку. Не, промахнулись мы гранатой. Ай, перегрев. И тут еще вот уже призрак. Давайте, давайте, давайте. Все, готово. Интересно, от чего зависит, или мы должны его ловить, или он сам. Так. Или просто мы его убиваем, без всяких там вот этих ловушек. Но если бы каждого пришлось бы ловить, то это, конечно, было долго. Так, аптечка. Нас тут немного покоцали, поэтому она не помешает. Смотрим. Ага, фиолетовые и рофльфы. Значит, будет какой-то босс, наверное. Пока мы еще новых призраков не встречали в этой миссии. Может, их и не будет, просто большее количество идет от тех, которые были в прошлый раз. Ого. А, вот, да, эту тетя мы видели в прошлой серии, но... В прошлой миссии. Но она на нас не нападала. А может, сейчас все-таки... Не, она опять он... Послала своих приспешников и куда-то ушла. Так, 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 так. Вот теперь начинают вылазить мертвецы. Это уже плохо. Их с одного выстрела как головы не убьешь. Так, перезарядка. А, вот опять лизун появился. Перезарядка. Let's do this. Так, ну его придется ловить. Надеюсь, друзья разберутся с этими всеми восставшими. А я пока буду охотиться за лизуном. Отлично. Один раз и... Из двух уже смог его бахнуть, и теперь мне помогают уже напарники, товарищи и напарницы. Все, отлично. In you go. All right. All right. Все, я делаю X3, даже дальше не стараюсь. Потому что понял, что что-то тут не так. Так, ну что, пройдемся сканером немного. Ага, это мы оттуда пришли, получается, тут по кругу должны были пройти. И вернуться, так. Есть тут какие-то ворота секретные? Не, ничего нет, даже не интересно. Ладно, идем дальше. Все-таки эта тетенька, наверное, нам должна попасться. Или в конце этой миссии, или там третья миссия на кладбище еще есть. Какая-то она такая крутая, только всех насылает на нас. А сама в бой не лезет. Так, еще один чекпоинт.
по идее... Ага, вот, все. Мы, наверное, нашли наш четвертый артефакт. Да, вот он есть. Но он же не может без охраны. И сразу нас оглушили. Так, мы, у нас тоже есть граната оглушающая. И четко вот ей попал ему прям в моську. Даже кого-то из друзей вот он нас вырубил. Но его сразу полечили. Ну, ловите, чего-то опять меня бросили самого. Где-то там застрял в воротах. Все, отлично. Так, делаем быстренько. X3 хватит. Собираем наш опыт. Надо пройтись тоже сканером. Может, что-то еще интересное здесь есть. Так, берем наш четвертый артефакт. Все, все артефакты мы уже собрали. И что, здесь ничего, просто такой закуток. Че, закоулок. Кому как больше нравится. Все, отлично. Раз мы собрали уже 4 артефакта этих, то значит... Скоро должно быть конец миссии. Эта миссия, конечно, была сложнее, чем предыдущая. Но пока ничего нового мы не увидели. Хотя в самой игре нам обещали очень много разных призраков. Так что, наверное, это все нас еще ждет впереди. Так, куда нам теперь идти нужно? Тут еще одна лестница. И аптечка, да? Отлично. Можно лавочки пострелять, чтобы опыт получить. Что? Полечились. Тут на главного персонажа уже 95 тысяч опыта. Как раз мы движемся где-то к своему предыдущему показателю, 110 тысяч. Так, ну что? Вон голова спряталась. Чё это она там сама делает? Ага, вот так вот, значит. Вот, видим, большая горгулья сидит. Я же говорю, что горгули нам какой-то сюрприз придумали. Так, нужно отойти немного в сторону. Друзья, давайте возвратимся и все вместе перестреляем, потом пойдем дальше. А то иначе они нас по одному сейчас перекоцают. Смотрите, позажимали всех друзей. Вот надо нашу подружку воскресить. Отлично. Ну, полечить. Полечили. Какие-то монстры он сильные. Интересно, они когда-нибудь закончатся или нет? Так, все перезаряжаемся. Так, эта горгулья какая-то подозрительная. Смотрим. Неужели она не оживет? Ага, вот какие-то еще. А, тут аптечка. Отлично. Меня все-таки не покидает мысль, что должна эта горгулья в конце концов нам какую-то пакость сделать. Больших мы еще не встречали. Только маленьких. Теперь начало большие попадаться. Давайте кинем туда гранатку, им, чтобы они не расслабляли. Ага. И что, все? Давайте просканируем все. Отлично. Какие-то они там он оглушенные и так. Так, ну что? У нас уже 100 тысяч опыта.
Что ж вы там оглушаете? Чё они такие все ходят прикукуренные? Ой, кто ж по своим кидает? О, отлично. И головы начали летать. Ай-яй-яй. Надо срочно охладить оружие. Вот эти какие-то светящиеся бронелобы. В них всю обойму выстрелишь, а им по барабану. Ну-ну-ну-ну-ну. Все отлично. Так, сканируем быстренько, пока никого нету. Так, куда ж нам тут идти? Ага, сюда. Здесь никаких нету секретных этих. Не, нету. Хорошо, хоть на жизни почти. Ай-яй-яй. Я тоже могу туда кинуть гранату, вот как раз туда. Отлично. Посмотрим, вылазят теперь они из могил. Это вот эти, которые долго убивать. Ну-ну-ну-ну-ну, отлично. Как раз оружие перегрелось, и мы убили всех. Так, что нам покажет наш сканер? Ой. В последний момент нас облили этой слизью. тысяч опыта. Ну что? Если верить предыдущей миссии, то сейчас где-то должен быть уже финал. Так. Угу. Вот и иероглифы, и там впереди какие-то вон эти всякие письмена. Аптечка. У нас покоцана на 50... А, вот тоже дополнительная дверь. Не? Она, наверное, откроется, когда мы здесь разберемся с этими призраками. Так что это еще далеко не конец, значит. Вот еще один иероглиф. А там шестиконечная звезда. Целая. Ого, сколько. Смотрите, вон уже два толстяка. Три, наверное, четыре толстяка на нас вылезло. Это много. И никого мы не оглушили, к сожалению. Так, одного толстяка зато убили. Увернулись от его выстрела. Ай! Второго убили. Третьего. Теперь лизун. Ага, и головы начали теперь. Ну что, его придется, наверное, ловить все-таки. Почему-то лизун круче считается, чем толстяк. Ну-ну-ну, давай-давай-давай. Ну помогайте, друзья, что мы его не можем никак даже стукнуть. Ну, сколько у нас получится сейчас сделать? Эх, все равно X3. Хотел попытаться, но не получилось. Так, собираем свой опыт. Так, 108 тысяч, отлично. Мы уже почти свой прошлый показатель достигли. Ну что, нам нужна аптечка, у меня 27% жизни, у товарища он 30, 38. А вот и аптечка, отлично. Я, конечно, не знал, что она будет, но я предполагал, что после большой битвы нужно перевести дух и подлечиться. Ага, вот смотрим. Сент-Луис. А, лечебница номер 13 какая-то. Лечебница для душевнобольных. Понятно, откуда все эти здесь монстры.
Наверное, тут... Ой, я забыл вообще про сканер. Может, тут что-то интересное есть. Так, вот иероглифы показали нам куда-то. А дорога, а все, видите, обрывается вот здесь. Значит, дальше все-таки уже будет главный босс какой-то. Ну что, а вот у нас ворота закрылись. И все-таки это ведьма. Я же говорил, что она должна нам попасться. Ого! Ничего себе! А кто это вокруг нее? Получается, какая-то защита вокруг нее, то есть мы не можем ее пробить. Там наши товарищи... А, все-таки можно их как-то там простреливать. Как насчет гранатки? Сколько зомби вокруг? Перегрев оружия. Так, надо сначала, наверное, зомби разобраться, а потом уже коцать ее. Я не пойму, у меня что, жизни восстанавливается? Или мне показалось так? Наверное, показалось. Потому что если бы у нее еще жизни восстанавливались, то было бы вообще... Так, головы летают. Переводим дух. По-моему, только с ней я воюю, все остальные заняты такими зомби. Так, где же она, где? Давайте попробуем на гранатку ее подсадить. А, видно, на нее она не действует. Так, ну смотрите, уже почти половину жизни мы ее прибили. Так что не все так плохо. Я так понял, эти зомби будут бесконечно, поэтому главное все-таки ее убить. А зомби сами собой уже потом рассеются. Вот, отлично. 5 делений мы ей сняли, осталось еще 4. Так. Ну, голова отстанет меня. О, 3 деления, класс. Охлаждение оружия. Ай, все-таки голову меня достали. А где же она? Вот она. 2 деления осталось. Супер. Надо помочь товарищам чуть-чуть. Ну, чуть-чуть больше 1 деления. Ай, перегрев оружия, как раз не вовремя. Ну что, попробовать еще раз попасть в нее гранатой. Вот прям под нее граната прилетела. С какой-то урон все-таки надо нанести. О, вот отлично, смотрите. Ой, быстро она так ловится. Смотрите, как полоска набирается. Вообще замечательно. Я сам ее просто... Ага, в нее надо 4 раза растопнуть. Вон как она вырывается. Ну, подходите, друзья. То что это, я сам ловил, что ли? Ну что, попробую все-таки ее как-то словить на X5. Не, тоже не получилось, X3 только. Смотрим. Да, получается, все, вот они радуются, счастливы. То есть мы эту миссию прошли тоже. Piece of slimy cake.
толстяк, что там за голову держится, наверное, хорошо по голове дали. Только наш главный персонаж радовался. Это получается, что мы 318 раз убили кого-то или просто выстрелили. Почему-то ассистов указано 0. Ага, вот наш опыт, видите, почти под верхом красная полоска. Это значит, что мы сейчас, наверное, поднимем 4 уровень, может быть даже 5. Так. Да, вот 4. По-любому 5 поднимем. Интересно, он там жизни повышает или что-то еще? Или только навыки дает вот эти уровни? Все. Видите, в этом уровне, получается, мы подняли в этой миссии 2 уровня. А в следующих, то, как его знать, может быть, только один поднимем. Так, смотрим, что у нас здесь. У нас, получается, skill point 5. Можем 5 раз улучшить. Ага, у нас граната будет еще и замораживать. Отлично, берем. Ага, увеличение радиуса поражения оружия тоже берем. Получается, можно мощность тоже увеличить на 2 раза. Ну, давайте и жизни немного. Все отлично. Все, мы улучшили нашего персонажа. И все, миссию мы завершили. Это уже начинается следующая миссия. То есть мы ее будем рассматривать, проходить уже в следующем обзоре. Ну а на сегодня уже хватит нам, и так много времени заняло. Если вы смотрели эту игру вместе с нами, и она вам понравилась, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Просто Детки, чтобы не пропустить новые выпуски. Так что, до новых встреч, друзья. Не пропустите.